Всем здорово, ребят. Ну что, повеселили меня. Сейчас, наверное, повеселимся. У нас на Android открылся опросник. Вот такой вот 6 лет игре. Мы хотим вас поблагодарить. 800 самоцветов обязательно всем. В общем, поехали. Посмотрим. Заходите, логинитесь, кто не залогинен. И вот такие вот у вас вопросики. Castle Clash игре уже 6 лет. Мы хотели бы поблагодарить каждого замковладельца. Все участники опроса получат 800 самоцветов. Ну, по сути, это халява, это крутая халява. Какую социальную платформу вы используете чаще всего? И тут ты понимаешь, что они будут что-то делать в какой-то сети. ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники. ВКонтакте в группе я не сижу, там ни хрена, честно говоря, толкового нету. Потому что, ну, там какую-то хрень постят и обновы, и ничего толкового от этой группы, по сути, для игроков, как для меня, и, наверное, для многих нет. Единственное, там постят когда-то халяву, когда дают какие-то подачки, но это смешно, честно говоря. То, что они там дают бонусы, награды, не знаю. Ну, в общем, для меня там интересного ничего нет. Инстаграм, я там не сижу, и в Инстаграме вряд ли по таким играм что-то полезного можно узнать. Фейсбук тоже самое, я думаю, как и многие из вас сидят, ну, чисто следить за новостями Фейсбука, Одноклассники. Нет, значит, выбираем другие. Однозначно я все узнаю сам от себя с Ютуба. А какими месседжами вы пользуетесь чаще всего? Блин, аж я аж не готов к этому опросу. Вайбер, Ватсап, ВК Мессенджер, Телеграм, Фейсбук, Мессенджер. Ну, конечно же, Телега. Думаю, все сейчас в большинстве Телега, либо Вайбер. Ваше любимое место для развлечений? Торговые центры, кинотеатры, кафе, театры, клубы, дома. У меня вопрос, нафига вам знать, какое мое любимое? Вы хотите что-то добавить из того? Вот я люблю очень часто развлекаться в Castle Clash, когда иду в туалет. Вот почему нету варианта возможности своего, чтобы хоть как-то вот разнообразить этот контент, чтобы вы придумали какой-то унитаз, куда вы сливаете все время обновы и игру. Ну, не знаю, поехали дальше. Тут 7 страниц, ребят. Целых 7 страниц. Я охренею. Вот вы создаете 7 страниц. Почему нельзя просто нормально взять, почитать, посмотреть видосы, обзоры по тому, что вы делаете? Нахрена создавать вопросы? Сколько уже этих вопросников мы будем отвечать? Все равно вы толком нифига не делаете. Читаем дальше. А что-то у меня так дальше пошло. А, это уже страница 7.7. Ничего себе, так быстро. Я хочу перейти на следующую, а не в конец. Это как? Это как так быстро? Скажите мне, как здесь листать странички? Вот как мне выбрать опросник? Вот я нажимаю «Далее», и у меня сразу же выскакивает последняя страница. Это типа нормально, да? Это так, ребята, и задумано. Все остальное, что они там делают, по сути, они заполнят вместо вас. Какой? Сейчас. 11. А, вот. Вот так вот надо просто... Не, все-таки здесь нифига нету больше. Я не знаю, у меня, по крайней мере, не открывает. У кого открывает, ребят? Ну, у меня вот раз, два, три. Это обязательно. Ну, хорошо. Другие, ну, этот, я говорю, Telegram. Telegram плюс Viber пусть будет. Другие. Ну, а дальше что? От души. Вот, знаете, вот мне нравится этот опросник. Вот просто это вся суть. Типа, куда вы заходите, где вы сидите, а самого основного, ну просто, я не знаю, у меня, по крайней мере, не открывает. Ну, я сейчас возьму дома. Далее.
дома вы любите? Какая вам разница, что я люблю дома? Читать ленту новостей, смотреть стримы, смотреть, давай играть в видеоигры, совершать покупки онлайн, ребят. Это самое главное. Просматривать ролики на YouTube. Что за бред? Вот мне интересно, какое отношение это имеет к шести, вот стажу 6 лет на вот 6 лет игре, вот какое отношение это имеет? Что вы хотите, опять очередную площадку открыть? Какие темы новостей вы отслеживаете? Финансы, технологии, спорт, автомобили. А, они будут просто, знаете, что они будут делать? Они будут пихать туда рекламу, которая вас заинтересует. Вот для чего эта строчка. Конечно же, игры. Какую платформу для просмотра стримов? Ну, конечно же, все смотрят YouTube, а не Facebook. Какой сайт для проведения стримов? Какими онлайн-магазинами вы пользуетесь? LaModa, Ozon. Ору просто, вот. Это то, что надо в битве замков. Вот, какое приложение для обмена видео вы используете? Конечно, TikTok. Я там ни разу не был, но я его использую. Конечно, YouTube. Что за дичь творится? Вот объясните мне, к чему этот вопрос? Что вам нравится смотреть по ТВ или в интернете? Аниме и мультфильмы. Ваш IDG ID, платформа, сервер для получения награды. Вот объясните мне, а я хочу посмотреть остальные вопросы, вот три. А где остальные вопросы? Вот это как? Ну, первая есть и сразу последняя, седьмая страница. Это дно, ребят, я не знаю. Вот, это, знаете, это мне напоминает, как-то мы говорили, стрим Урана. Все да ни о чем. Вот, мы вас спросим обо всем, а потом они напишут. Мы посоветовались с большинством игроков и решили добавить в игру новую рулетку. Либо мы решили добавить в игру еще какую-то фигню, потому что большинство проголосовало там, либо что-то сделал. Объясните мне, как вот можно в этой сране, вот здесь, у меня вот два поля, я не могу ничего сделать. Это док-документ, то есть это опросник реальный, ихний. Я не могу нифига сделать, вот что это такое? Далее сразу же седьмая страница. Кафе, да пофиг, что я выберу, без разницы. Четвертое, ребята, это называется угадай, как часто вы ходите в кафе рест. Что это за фигня? Вот что это за фигня? Далее, блять, вот что это такое? Я не знаю, что это за фигня, но мне она нравится однозначно. В общем, ребят, у кого открылось полностью, напишите еще, какие были вопросы, либо поскидывайте, пожалуйста, мне картинки. У кого открывается, это нормально, чтобы просто поржать над этим. Ну, вот это вот, как часто вы ходите, вот я говорю, ничего они не спросили, сколько раз мы ходим посрать. Вот, не менее 3 раз в неделю. Ну, это где-то плюс-минус правильный ответ будет. Примерно раз в 2 недели, это уже печальненько. Раз в месяц это уже очень плохо. Это как обновы в битве замков. Один в один. Через одно место. Но что это за фигня? Четвертое. Где остальные вопросы? Это типа, блядь, если ты... Губы. ВК мессенджер. Далее. Все, ребята. Я теперь понял вопрос. Я понял. Ставим галочки. Везде. Я понял суть этого опросника. Торговые центры. Ставим торговые центры. Далее. Как часто вы посещаете? Вот смысл этого опросника. Если же вы нормально отвечаете, вас просто кидает на самую последнюю страницу. Ставим. Как часто вы посещаете торговый центр? Ну,
не менее 3 раз. Для чего часик пусть? Ну, странный вопрос. Для перекусить. Перекусить хожу. Какой час ты ревела? Чё за фигня? Чё за опросник в битве замков, где люди с разных стран играют на русском сервере с разных континентов? Без разницы. Что это за опросник? Кто его создавал? Чё за бред? Это просто пиздец. Я вот реально, я вот с этого ору. А, выберем театр. Как часто вы ходите? Раз в неделю, конечно же. Даже чаще, каждый день. Это жесть. Или я никогда ими не пользовался, или это реально, это просто гон. Очень не знаю, ребят, я ору с этого опросника, а вы напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Это просто дичь. Самое, что не есть настоящее. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.